Привет всем подписчикам HA. Кто не подписан, подписывайтесь на наш канал. С вами, как обычно, Майсперок. Как обычно, я играю на Сиквест Вандер. В предыдущем выпуске я прошел 4 победы. Да, просто у меня 4 победы и 1 миль я прошел. Ну, 1 миль я пытался. Там где 130 километров. Кто помнит, кто смотрел предыдущий выпуск, наверное, знает. Мне осталось еще пройти 1 милю и 3 гоночки. Ох, 600 тысяч премий еще было. Не обладать. Ну, не проблем. Так что попробуем. Придем к разу к милям. Раза, одна осталась. Спринт подсовывают. Сыграю спринт. Thank you.
вот это по футбольному можно даже подходить и сказать камбэк. Теперь погоняемся. Принято, выполняйте. Сразу футболька тут погоняемся. Вас поняли, Чарли 4. Подкрепление уже выехало. Есть 75 систем машинам. Ждем приказа. На связи, огонь. Необходимо срочно перекрыть этот участок дороги, иначе нарушитель скроется. Не принято, Чарли 8. Свободных экипажей нет. Попробую снять с других вызовов. Ждите. Срочно вышлите подкрепление. Часть гонщиков отделилась. Одна машина не может продолжать гонку. Видимость нулевая. Будем искать. Перестраиваемся для прочесывания. Куда он делся, не пойму. Вот он! Объект найден. Следуй за ним.
Ну нахуй. 11 тысяч так вот. Просто так вот. Объект скрылся. Следуем в прежнем направлении. Объект обнаружен, код 3.
ДТП. Патруль не пострадал. Слышали странный звук? Это мне звонили. Продолжаем погоню. Он врезался в машины.
нашли. Участников погони. Код 6 ехал назад по 55-му шоссе. Разрешаю выставить оцепление. Высылаю дополнительные экипажи. Нормально, опять просто так показал. Вас понял, диспетчер. Это 2-4. Иду на помощь. Код 3. Диспетчер, мы его взяли. Ждите подтверждения. Диспетчер, мы не расчистили, продолжаем патрулирование. Так что еще одна победа нужна. Ну, пожалуй, тоже в следующем выпуске я набью денежек 200 тысяч, если на одну победу. Так что, кому понравилось это видео, ставьте пальцы вверх. Чем больше лайков, тем больше видео. Ну, скоро мы планируем с вами выпускать хотя бы чаще видео. Там поймете, что это будет. Ну, это как бы очень далеко от игр, но думаю, это пригодится. Так что, кому понравилось это видео, вы знаете, что делать. Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал. Будем знать, что вы нас смотрите. Ой, до скорых встреч. С вами был Сфрог. Всем пока.